Один держит блок, Виталик держит блок. Может, правый. Я делаю вот это упражнение. Вот так толкаем, держит блок. Сейчас он меня толкает. Я держу блок. Да, у меня это, у меня с балансом все очень в порядке. Окей, там это очень важно. Если вы нашли вот этот баланс, я стою там с Ромой, там за себя, то очень тяжело, когда там даже, ну, просто стал четко. Когда тебя не могут двинуть, это круто. Просто тогда чувствуешь. Три раза левый, три раза правый. Ребят, в этом упражнении работают два номера. Один, понятное дело, над своим балансом, тот, кто стоит в блоке. Второй номер, у него работают все мышцы ударника. Приклеили ногу к мешку и проталкиваем. Задача сдвинуть его с места, чтобы ваши удары потом просто были как из пушки.